Я мне Маринку позвонила, ну, позвала пойти погулять. Я схожу с ним, погуляем. М? Как Пуршина, что ли, погулять? Я понять не могу. Да нет, просто пойдем погуляем маленечко. Сиди давай дома, вас после прошлого раза до сих пор вон разыскивают. В Рубцовске две выпившие девушки напали на ларек с шаурмой. Инцидент произошел еще 8 октября, но злоумышленниц до сих пор разыскивают. Логин, нас же завтра с тобой день рождения пригласили с Настенькой. А кто? Да у Иркиной дочки день рождения, ей 7 лет. Сказала, приходите в костюмах, день рождения будет в стиле «Золушка». Ну. Это что получается, ее оставят убираться дома, а мы отправимся в ресторан на бал с гостями? Дорогая, я да? хочу сделать тебе подарок. Я хочу подарить тебе настоящую игрушку для взрослых. О-о-о. И ты сможешь ей пользоваться тогда, когда захочешь. Да? Тебе больше не придется бегать по подружкам по твоим. Ура! Это то, я что я думаю. Настоящий японский тонометр. Держи. А, тонометр? Ну, спасибо. Ну, ну, да. Буду играть, спасибо. Он автоматически там все сам делает. Угу. Я же его и хотела, спасибо. Ну, я так его знал. Угу. Спасибо. Не надо, не надо. Зачем? Зачем? Зачем ты это делаешь? Не делай этого. Не надо. Нет. 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 Зачем? Кен, что ты там ужастики смотришь, что ли? Да Лехи на свадьбу смотрел. А что там не так-то? Да нахрена я кинулся тогда ловить этот букет невесты? Как? Если бы не этот букет, мы бы с тобой никогда ведь не познакомились. Так вот и я об этом. О, алло? Добрый день. Да, здравствуйте. Геннадий Геннадьевич? Да, он сам нас слушает. Мы вас поздравляем. Вы можете приводить вашего сына к нам в садик. Ваша очередь подошла. Ну, вы знаете, я вообще-то своего сына уже вчера в армию проводил. А, да? Ну да, пока вас дождешься уже. Все, до свидания. Всего доброго. А где моя сладкая зайка? Я здесь. Ты злобный кролик. А, вот она, бедная зайка. О, какая хорошая зайка.